Прошлое стало живым. О военном времени говорили и в Архангельске. В библиотеке имени Добролюбова показали документальный фильм о людях, переживших Алжир, акмолинский лагерь жен, изменников Родины. Северный зритель увидел киноленту «Дольше жизни» и смог задать вопросы автору Дарье Виолиной. Этот фильм – рассказ о судьбах нескольких человек. Их детство началось с жесточайшей несправедливости. Отцов расстреляли в годы репрессий, а матери оказались осуждены за своих мужей и заключены в лагеря. Это документальное кино о детях, прошедших страшным этапом с их мамами и выросшими за проволокой детских бараков. О своей судьбе в фильме рассказали Чингис Айтматов, Тамара Питкевич, Азарий Плесецкий. В 2013-м «Дольше жизни» стал лучшей документальной лентой Международного фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер». Премьеру кинокартины в 2013 году показал канал «Культура». В библиотеке Добролюбова фильм посмотрел и северный зритель. 1 час 22 минуты честного и простого, ужасного и чистого рассказа о семьях, переживших акмолинский лагерь жен изменников Родины. В рамках встречи зрители смогли пообщаться с одним из авторов ленты, режиссером Дарьей Виолиной.